Светлые стены, тепло и уют. Обновленный дневной стационар поликлиники номер 5 радушно встречает пациентов. Узнать его постоянным посетителям трудно, ведь изменилось здесь буквально все. Регистратура стала открытой, появилось новое оборудование, мебель. Здесь и раньше было хорошо в плане обслуживания, в плане лечения. Высокопрофессиональные врачи, медсестры, все очень вежливые, любезные. Вот. А сейчас я вообще пришла, вот пятый день уже здесь не узнать. Очень чисто, все красиво. Хорошо, хороший ремонт сделал. Отремонтировали здесь и бассейн, он стал глубже. Появился и фитокабинет. После процедур пациенты могут попить чай из разных сборов. Для каждого заболевания свой напиток. Врачи изменениям рады. Работать стало гораздо комфортнее. А главное, в таких условиях просто приятно лечить пациентов. Нам очень хорошо, потому что я уже говорю, 12 лет работаю, как пришла сюда. В какие условия у нас были, и сейчас просто небо и земля. И чисто, и хорошо, и светло у нас стало. И вообще просто условия, хочется идти на работу и работать. В дневном стационаре на бульваре Пензенском, 5, размещаются сразу несколько отделений. Терапевтическое, кардиологическое, физиотерапевтическое, функциональной диагностики, врачи общей практики. В будущем руководители думают еще расширить спектр услуг. Откроем здесь отделение амбулаторной андрологии и урологии. Сейчас у нас принят доктор, врач с высшей квалификационной категории работает здесь. Сейчас идут вопросы лицензирования, и уже пациенты в рамках программы обязательного медицинского страхования могут в плановом порядке направляться специалистами, обращаться в каких-то случаях для получения лечения. Также в планах руководства в ближайшее время отремонтировать фасад здания. Всего на ремонт потратили 27 миллионов рублей. Ксения Грищенко, Любовь Фомичева, Герман Баранов. Вести, Ульяновск.